Приехали в столицу, королевство Марокко, город Рабат. Город Рабат. Это столица Марокко. Вот здесь пляж на Атлантическом океане. Пляж каменистый, народу очень много, потому что сейчас как раз сейчас пик. Вот я, пожалуй, отсюда поснимаю. Как бы небо серенькое такое сегодня. Мы сегодня приехали. И вот такой живой пляж. В отличие от Танжера, где все как бы демократично, культурно и как бы ласково. Здесь вот такие, я попробую забраться, конечно. А, вот такие камни, которые я обожаю вообще. Вот такой стиль, вот такой океан. Маяк, океан. Просто красота, конечно. А погода усиливается, ветер. Наверное, завтра нас ожидает большой шторм. Вот здесь, если смотреть вниз, как я люблю экстрим. Если смотреть вниз, здесь вот можно увидеть камни огромные, конечно, с океанчиком. Вот в Италии, допустим, в Нетону, у меня же тоже много видео, да, здесь в Ютубе. Там такого, конечно, нет, здесь вот гигантские камни, а там тоже, на той стороне тоже пляж. Пойдем? Пойдем? Смотри, как красиво, да? Вот эти волны вообще супер. Но дело в том, что вот если здесь плавать, допустим, да, это вот как бы не очень. А, нет, здесь не ну, тот пляж, да, ну, в общем, что я хочу здесь впечатлить? Ну, в общем, пляжи, да, пляжи Рабат, так что всем до свидания. Волны я бы снимала, конечно, вечно. Они такие сильные в океане. Ветер поднялся. Завтра, наверное, вообще еще больше того. Местные, мне кажется, здесь, да. Вот, это места. Здесь не один же пляж в Рабате, мы просто приехали, мы здесь живем. Как бы медийный пляж, там мечеть красивая. Получается, вот такую мечеть, вдалеке полумечеть, полумечеть. Так что